ты. Так, надо тебя отвезти оттуда. Вон какой. Сейчас отпустим. Давай, плыви. Молодец. Там карась. О, сагонали, грузится. Да-да-да. Все равно поклевки вялые какие-то. Во. Красавец. Вот он. Давай, плыви, маленький. Расти. Не крупный. Молодец. Хорошо пошел. Посмотри, а что за погода. Задуло, а было ж тихо.
Не, он просто за камнем там засел. Вон он. Просто за камень засел. Ух ты, резвый какой. Молодец. Эх ты. Как же тебя так угораздило. Давай, зайка, плыви. Молодец. Еще один будет. Ветер, конечно. Выход начался. Вообще не крупный. Но ничего, все равно порадовал поклевкой. Эх ты, зайка. Сейчас цепим тебя. О, растопырился. Давай, иди. Молодец. А еще есть там? Пал на волнорез. Сейчас тащить надо с волнореза. Ветер не дает нормально проводку сделать. Все сильнее и сильнее дуть начинает. Глаза светятся. Ну, какие агрессивные вы, ребят, сегодня. Их ветром сдувает, ерша уже. Конечно, нельзя на воду. Мне из-за съемки приходится. Фонарь не очень яркий, поэтому. Ай, ты ну совсем малявка. Давай, заяц.
Смотри, сколько. Нельзя, колючки ядовитые. Да, ёрши там раскуют. О, я знаю. А тебе опасно, Елена, их ага. Потрогать. Всё, пусть плывёт, живёт. Видишь, как хорошо. Малыш, смотри, ноги намочишь. Саша. Ух ты, вот это животное. Горбылёк, ай ты маленький, ну вот это и сарган прыгает, конечно поклёвка была страшная, да красивый, красивый, ай ты мой хороший, вот какой красотуля, вот тебе пожалуйста, сейчас зайчик. О, какой. Маленький. Сейчас. Давай, давай. Пошел, молодец. Ну, пупсик какой. Да, поклевка была. Просто страшная. Я думал, ёж большой.